Если есть жизнь вечная, то все прожитое нами во время земной жизни имеет свой глубокий смысл. Рождение и возрастание, учеба и формирование профессиональных навыков, семейная или одинокая жизнь, радость и даже страдание – все это наполняет реальным смыслом, поскольку через это происходит формирование бессмертной человеческой личности. Воскресение Христово призывает нас верить в собственное воскресение, побуждает к исполнению заповедей Господних, укрепляет наши духовные и телесные силы в несении жизненного креста. Оно наполняет нашу жизнь смыслом, вселяет веру в будущее,